завели, помните, наши стринги. Вот. Все, собрал, насос поставил. Форсунки с ремонта. ГРМ новый, аккумулятор новый. Сейчас обмываем его. Уже все проверили, уже проехали на нем. Все хорошо, машина поехала. Ну, когда она... А, ну, как она сюда приехала, бляха? Можно сказать, не приехала, бля. Сейчас мы его подмоем, и все будет хорошо. Ладно, сейчас покажем, как она заводится. Прет она уже нормально. Сейчас покажем, как заводится. Может, ты не знал, что там еще и магнитола работает. Короче, сейчас уже не видно, я посмывал. Вот. Ну, пока машина здесь стояла, здесь под капотом жила банда воробьев. Короче, обосрали они тут все. И в турбину накакали. А форсунок не было. Ну, в турбину верхнюю дырку я закрыл, а нижнюю нет. Так они на этот, ну, на тряпочку. Молодцы. Вот. Ну, форсунок не было. Так они туда. Чуть-чуть цилиндры немного, но пришлось все вымывать. Короче, обосрали тут все, блин. Должен покуривать. Все, тачку забрали. Уехала. Все, всем пока.